В Бурятской государственной филармонии джазмен Робби Пейт выступит с квартетом известного пианиста Алексея Подымкина. Концерт состоится в рамках проекта «Осень, джаз, вино». Артисты представят музыкальную программу от Гершвина до Стиви Уандера. Это будет чудесный джазовый вечер, и я думаю, что на самом деле джазовая музыка звучит в Бурятии редко. Это именно вот аутентичный джаз, который исполняется именно в соответствии с какими-то стандартами, критериями и мастерством, что самое главное. Это редкое явление, и я считаю, что джаз звучит здесь, в Бурятии, в Улан-Удэ, только благодаря Бурятской государственной филармонии. В составе квартета, помимо его лидера, пианист Алексея Подымкина, блистательные музыканты. Саксофонист Сергей Баулин, контрабасист Макар Новиков. За их плечами огромный опыт выступлений на самых престижных концертных площадках России, Европы и США. И еще один участник квартета, молодой барабанщик Михаил Фотченков. Добавлю, что оригинальный творческий союз можно будет услышать 19 ноября. Билеты уже можно купить сейчас в кассе филармонии или на сайте kassy.ru.